Cause her mouth smell like a nine. Uncle, what you want, boy? Uncle, what you want? Uncle, what you want, boy? You never gonna get it. Uncle, what you want, boy? Uncle, what you want? No, you never gonna get it. So you might as well forget it. Всем привет! Очень по вам соскучилась и да, каюсь, ребята, что давно не выкладывала видео. Ну что, давайте приступим. Начнем с тона лица. Нужно замазать все звезды на лице и возможные покраснения. Да-да, CC-крем будет как раз кстати. Наношу небольшие мазки на лицо. О-оу, на носу. Настя, на носу. Сейчас капнет. Победа. Распределяю его на все лицо. Не знаю почему, но руками мне больше всего нравится наносить тональный крем. Кожа fabulous. Теперь я беру подводку. Видите этот значок с кроликом в виде сердечка? Это обозначает, что косметика не тестируется на животных. Радостно. Подвожу верхнее веко, а также закрашиваю ресницы. Подводка кремообразная и держится хорошо как на глазах, так и на ресницах. Еже рисую брови. Вообще для этого макияжа белая подводка и вот эти тени будут сегодня двумя основными инструментами для создания образа. Тенями прорисовываю брови и карандашом закрашиваю татуаж. Начинаю прорисовывать форму носа и верхнего века. Затемняю область у внутренних уголков глаз, чтобы взгляд был выразительным. Рисую ноздри для последующего изменения носа. Беру тени на тон светлее и корректирую форму, прорисовывая по бокам две вертикальные линии. Горизонтальные линии придадут эффект курносого носа. Растушевываю и наношу немного теней под глаза. Белыми тенями закрашиваю все верхнее веко. Да, опять я делаю это пальцами. Потому что мне так нравится. Светлым карандашом меняю форму губ. Верхнюю губу делаю чуть тоньше, а нижнюю наоборот потолще. Последние штрихи я буду прорисовывать темным карандашом. Когда форма губ будет готова, я покрываю ее светлым консилером, чтобы осветлить. Тенями и консилером дополняю некие манипуляции. Светлой пудрой выравниваю цвет лица, убирая блеск и осветляя тон. Все теми же тенями прорисовываю губы и скулы. А также наношу немного теней на лоб, чтобы лицо было объемным. А то я совсем как мумия. Также корректирую форму лица и надеваю парик. Ох, с этим париком я долго намучилась, поэтому упустим этот процесс. Челку я также стригла без зеркала на ощупь, ну, что скажете? Всем спасибо за просмотр и пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Желаю вам хорошего дня. Люблю и обнимаю. Пока. Кири-кири-мяу.